ЕПМ написал. Его не было. Работа была. Так, ставлю рыбу, фул рыба вдаем. ДК на боссе. Так, ребята, которые первый раз. Сейчас чек на присутствие. Сейчас танк врывается, вот этих ребят мы заливаем, под АУЕ появляется босс. Все, начинаем, долбим босса, смотрите за агро. У босса есть стадия, он... Ну что за врачок это сделал? На хве ты это делаешь? Давай, давай. Бьем, 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 бьем. Ничего, не своем. Его. Берем, берем Ренжу. Жену НБР Денчика. И ему Иннер и баф. Да вы угораете. Ого, упал. Бейте, говорю, тихо, блядь. Бей босса. Смотрите, короче, новенький. Здесь он будет, босс, будет, когда вихре, Ренжу набираете и не трогаете его. Понятно, да? Пока он не превратится в демона. Демона превратится, начинаете бить. Еще одна стадия будет. Здесь будут над каждым демоны появляться. Если появился демон и привязан к вам, убивайте его прям. Вот сейчас вихрь, отбегайте, отбегайте, не трогайте его. Когда босс будет активен тоже, вот в такой стадии, когда он, смотрите аккуратно за агро, когда он демон, там насрать, можете сразу вливаться. Ганвеста, поднимай робу. Агри, агри, агри. Бафы дайте по денчику, по роге. Ренжу возьмите. Смотрите, демоны вот появились, на ком привязаны, бейте их. Вот калькулятор, маска. Просто. Не чистите цепухой, пожалуйста. Будь здоров. Спасибо. Да, ой, я бой, хочу... убей демона, ты сейчас сдохнешь. Как демон есть. Я демона три раза убил, его цепухой захилил. И сорян, забыл, услышал, убиваем этим дураком. Да, убейте флут. Ренжу возьмите. Аккуратно, так. Форме аккуратно сага. Еру. Смотрите, демоны сейчас появятся, на ком будет сливать.
Еще раз говорю, аккуратней с этой формой, когда с вихря выходит агро нулевое. Гансон, Пухан, Локи, Джин Перси, Винч Крови. Процент или перехват. Кстати, новенький, сейчас босс поделится, будет у которого мало хп и вторая иллюзия. Иллюзию не трогайте, босса бейте. Иллюзию отведут сейчас. Сломя голову сейчас, не бегите на трэш, пожалуйста, дождитесь хиллов, рейд, блядь. Не надо вайпаться на трэше. Сейчас еще шмот разроли. Это понятно, нет. Ринжу возьмите. ВКонтакте. Так, шаман. Шаман это который Эршам, да? Спек Драгонс выиграл 97 ров. Шаман, давай нравится. На мейн поедем. Ты так отдавай, я буду гпнуть, да? Ну, сразу на успех. Так, руки на охотник, маг, чернокнижник, вообще даже на успех нахуй никому не нужен. Охотник, маг, чернокнижник даже на успех не нужен? Да. Все пас, по я знаю, кто все пас, только нам... Тебе возьми, все. Потом. Вот если он вечером не выпадет, это будет такая обида, что... Сейчас. Ну и так у меня тоже походу на диске. Это на шанчо. Помойка. Добрый. Помойка, да. Можно стилить так? Звать вас. Все, я тогда дисплею. Никто ничего не делает. Сука, вот руки обидно, пиздец. А что, тебе руки были нужны, Саша?
Мне на мага, да, руки нужны. Они просто уже месяц не падают. Не знаю, здесь не очень часто падают. Где-то тихо. Я последние руки забрал, которые. Где-то тихо хохочет Лёха по-любому, блядь. Моей везучести. Стоим в проходе, Драгон, тащи сюда. Не выходит никто. Раньше наберите. И... этот заражен. Ну, в смысле, блядь. Паразитов выпускает, похуй. Только лужи делайте. Что там в гильдии, Кирс, посмотри, есть кто? На скиллон сказал, зайдет, если мы у нас никого не будет. А так? Даже не у кого спрашивать, Сентей ничего не говорит. Старый ебаный чистый. Боже. Наберите коринки на всякий. Рахильял. Не, нормально. Нет, это плохой. Он на 30% снят. Начинает кидаться по хуйне. Знаешь, хорошо. Тоже как прошлый. Че, милики не бьют, да? Че милики покажет? Лужа разольется. Милики, аккуратнее с этих луж бы. Лужи невидимые. В смысле невидимые? Там две лужи. Потрясайте всех. Лужи под текстурами нихуя не видно. Драгон, не пуль, подожди секундочку. Дайте-ка я чек на ПК сделаю. Может кому-то ПК присылают, но не знаю. Что-то ничего лестницы нет, быстрее. Где он валяет? Вот он. А где он хуй сюда идет? Два претендента есть. Хорош. ДПС был. Он был там гладиатор? Ильти. СК
конкретный гладиатор был. В смысле наследца. Только в самом жопе мира. Да, давай тут, сразу. Тут сразу рассоситесь. Да зачем вон двое идут? Блять, они сверху ходят, хуй с ними. А вы, блять, в них уебетесь, блять, в итоге этот трэш вас всех убьет. Вот, я не знаю, как будто. Это одно и то же. Тотем. Ебануться. Ну очень. Что-то маги сильно не стали. Он там с помощью мили атаки там дополнительные молнии делает. Типа такого было вроде. Ну я поднимаю. Так, рыбу ставлю. Че? Они сейчас еще раз дохнут. Ешьте. Сейчас справа мобов мелких почистим сначала, потом там у тебя сверху и вниз, и тоже их. Потом все равно все сдохнет. Бачу за паладин, который еще тратит. Все, гладиатор ушел, да? Да. В общем, появилась инфа, то, что маги очень сильно бьют, поэтому магов нужно в приоритете ставить. Вот бумаги, которые маги не неписи так хуячили. Ага, нам бы мультифаербол. Угу. Мультифаербол. Старый, блять, вы сейчас опять откатитесь. Семь миллионов положили, это нормально вообще? Нормально. Вообще хуй знает, что страшно творится, что-то ложит и там ложит нас. 92 мага. Урон не может по 6-9к он бьет всего лишь. Ага, а как часто? БР только, надеюсь, вы не потратили? Потратили, пацаны, БР. Нахуй БР, блядь, я потратил без команды.
Ой, блядь. Да какая разница, пусть тратят. Просто попрошу человека БРнуть, у него КД в ебу ГП. Ну, так-то да. Мне без разницы. Рассоситесь, пожалуйста. Блин. Что у нас рейд сегодня такой? Странный. Обычно. Просто легкий нет. Пианист опустил. Вообще он безобидный. Так, для миликов, которые там АФКшат. И, блядь, могли бить давно. Ну, юнок вроде как капа собран. Может, есть у него софт капы только. 1165 вроде костыльная. Ну, она блять, это разошлись. И это не учитывает опять. Четвертая группа, рассоситесь, пожалуйста. Только вы пизды получите. Посмотри, на каком месте гладиатор был на слепце. И пойми. Так он ушел с половины слепца, наверное. Гладиатор? Его нет вообще. Ни он там в жопе мира, он там на 17 месте, он ушел с середины боя где-то. А, гладиатор, да. Вижу. 14800. Скрыть не мерите. Ближайший. Лучше. Жить ранжу еще. Пока гуляет. Как мы лучше полкомнат? Просто эти бомжи. Просто. Рибаф-то дай. Хотя бы лапу, блин. Сейчас поднимут еще человек. А, в смысле, ты сейчас не будешь догонять старика, ты сейчас его будешь ебать как нехуй делать. Тут понимаешь, типа, в чем проблема? Что в бисе, в Т5, при равных условиях, большая часть классов совсем по-другому дамажит. Типа до нерфа, Лем как раз таки ближе к бису начинает очень сильно дымажить, потому что у него привязка к СПД была. А почему у нас туманатор шатрать? Это логично. А? Почему у нас туманатор шатрать? Шатрать взяли и все. Ну, потому что еще не суммонили. АДС, да, он же наш лог. Он демон ДВ. Он зашел, наверное, недавно. Потому что когда мы предыдущий трэш чистили, его не было. Ну, ты фулл рейд.
Сколько ты говорил, ты в РБК 40, да, давал? А сейчас сколько даешь в РБК? 30. Каких 30 ты в РБК даешь? Ты там, блядь, ниже танка в РБК, не пиздец. Заткнись ты нахуй. От 25 до 30. На бурсте. Ну, на бурсте. Так и там 40 на бурсте давал. Сейчас бы ДК пофиксить, и вообще песня. Ты паладина фапнуть, да? Да, паладина фапнуть. Я ничего говорить пока не буду, но... Знаешь, вот надо... так вот каждый говорит, вот того понерфите, того понерфите, потом упал. Нам дадут контент, который физически, математически не будет убиваем. Смотри, потом все упало. Начнут мыть нахера все... Самый сильный скилл апнутый Т5 бьет 20 плюс К, 20, ну там 22-23 К. У ханта 40... Идите, не знаю. Ну, блин, у Роги Алый Вихрь бил сотку в соло-таргет. Всё, давайте потом этот, ставлю рыбу. Нет, сначала давайте при сумоне Локи поставь шкаф. Тимбочка. Что, сопроты прям, да? Да. Адмирал, кстати, Вага, адмирал, посмотришь это после пула, на ком сопрота не будет, скажешь мне. Окей. Да прям сейчас ты... вот на стриме запись 23 человека без саппорта, блядь. 22. Новички, блядь, смотрите, понимаешь, если во время пула не будет саппорта, там даже написано 1000 ГП. Как сейчас соберутся, можно, блядь. Как только пул, я навожусь на саппорт. И смотрим. Через 30 секунд после боя. Старые, походу, ты сейчас будешь их по 300 голд продавать. Кто не хочет карасика, тот покупает саппорот по 300. Продам саппорот за 200. Так, Драгон, ты в черепе. Тимбыч, вытягиваешь по одному. И на кресте Войд сидит на шамане. Рыбу ставлю, вон этот жив стоит. Коль предупредил, что в танке. Тебе только что сказали. Я говорил. Старик, может, РС-ку сегодня закроем? Вы на трэше перестаньте вайпаться и закроем. А вы хилить нас начните на трэше, и мы перестанем байкаться. И РС-ку закроем сразу. Чё, понравилось, как на прошлой неделе? Всё закрыть за 3 дня. Так, это же эта курица первая убивается, правильно? Она же дает ветерки эти. Я Мозер за 200. Так, кого тут первый тянуть? Чё там? Смотри, вон видишь квадрат на ком? Угу. Ее в квадрате. Ее в квадрате, танчишь в квадрате. Крест забирает у нас ДК Войд. И на Войде сидит Холи Пал. Я на Драгоне, Драгон босса и Луну держит. Как только квадрат запинают, Тимбыч, идешь, Луну агришь, ставишь туда же, понял? Когда Луну забьют, Драгон сам спустит босса в квадрат, и мы будем бить. По кругу рынжу все взяли. Я здесь, я буду около трусов. За трусов никто не забегает из РДД. Распределяйте справа от трусов. Ну смотри, адмирал, щиты. Чек на бафы, на готовность, на пул. Так, по мане. Смотрите, по мане будем по очереди сливать. Мозер и Япончик там по команде. Локи, перед тем, как будем сливать ману, восстановите свою, пожалуйста. Там проанонсим. Это, Денчик, ну чё, как всегда, короче, этот. Помогаешь мне, если чё, Драгона чуть-чуть? Чё, кто у нас ливнул?
Там какой-то... Это скиллон. У него этот... У нас да. Доступ в ЗС-ку же только лич убитый и третья ката. Третья ката и полностью убитый. Полностью? Каждый босс. А, понятно тогда. Так, а может... Мне почему-то казалось только лич. Не убьешь ребра, тебя уже не пустят. Ну все, некого, погнали. Так, еще раз говорю, ну возьмите ренжу, распределите, каждый на свое место встаньте, хилы тоже отойдите. Хватит микрофон чихать. Я убрал. Спасибо. Я поставлю тотем на хаст, Мозер. Так, все готовы по отчету по... Милик, идите к сове, встаньте. Чего вы тут тусуетесь? Приведет он туда босса. Дайте РДД встать. Они тут бедненькие, не знают, куда им воткнуть свой зад. Разводите. Девять человек без сопротов. Ники, записывай. Да, у меня стрим идет, там записано. Я просто мышкой навел, все хорошо. Меня никто не просил, я ГП в ебу потом играю. Больше. Ману, блядь, мне дайте. Дайте две. Тихо. Убил ДК. Драгон, хватай, хуй делай. Я тоже сдох. Падай. Давай. Давайте. Убейте их. И выйдите, босс. Этого будет только лучше. А ты, Тим, ничего не прохилишь на черепе, наоборот? Нет. Я вот... Шаман не сможет прохилить. Его не смогу я прохилить. Больно бьет. Я тут еще чуть-чуть на рейде сижу. Из-за того, что ты танчишь. Кухан может в танк, у него танк жирный. А чё ты хочешь? Хочешь потанчить крест? Я хочу, да, этого шамана забрать, потому что шаман, блядь, всем пизды дает. Тимбыч, да? Ну давай попробуй Тимбыча. Точнее, не так. Сейчас я на Войда гляну, Войд, может, Войд постоит на этих. Ну, Войда выебут. Тем быче, тем более, наверное. Сейчас посмотрим. Ну, в тот раз квадрат танчил. Ну, он квадрат, а ДК квадрат, это и без танчит. Это Пухан, давай тогда с тобой попробуем. Ты на черепе посидишь, дракон пусть в крест и Тимбыч в кота. Ставлю рыбу. Кстати, кто умер там, ну ладно, потом в конце рейда скажешь мне, кто умер без сопротов. На стриме видно же? Да, можно, да, на стриме можно посмотреть. Вроде ну, все. Подарок будет перед сном. Мне обмен никто не кинул. У меня даже Моздер за 200 голды купил. А ты всех тут так запугал, что все уже этот сапрот выпьют. Да, сапрот? Даже кто вообще не пьет сапрот на этом боссе, никогда не умирает. Так, блять, все обязаны пить, чтобы хилы не напрягали. Тут и так подли хилов, еще вы сапрот не пьете. Совсем охуели. Тут так после босса потные ладошки, блять, и не только.
Хранитель будет. Так, а Пухан, может ты на кресте? Или... Ладно, давай так, все. Драгон на кресте, ты тогда Пухан на черепе и Декан. Вы заебали пердеть, дышать, жрать нахуй. Вырубите этот микрофон. Бафы раздаем, чек на бафы на готовность. Это лишние звуки, блядь. Так, Денчик, ты на Драгоне. Помогай мне, Драгон, там, если что, через частицу. Как там Лёха тебе вечно объяснял? Короче, выпал и сами вкурите. Я на Пухане буду сидеть, еще и рейд помогать. Все, Ринджу, набирайте. Распределяйтесь. Крайний... А, все готовы были. Даю отчет. Не надо за трусы и РДД забегать, не надо. Жмись, Пухан, только пока ведешь. Ну, слушай, его знает куда. Пухан, я тебя не могу хилить, ты понимаешь? Ты в черепе не стоишь. Упри... Вот так. Не нахуй, его ваншотнул вопрос. Почти. Выйдем? Выйди, да. Чего какую-то херню придумываете? Там еще и трэш прибежал откуда. Какой трэш? Это Пэт Хантовский. Тема. Давай, Пухан, встанешь на этот, на крест, Драгон, на череп. Хуя у меня Грин Персик прыгает. Это у всех так? Совы любят прыгать. Рыба, Адмирал, сделаешь активацию с кнопки, пожалуйста. Не вихри, там копье прилетает, и ману отжигает. Не вихри, да. Чем подальше от трусов стоишь, тем... Ну вообще он рандомно кидается копье. Бафаемся, отпиваем. Тотемность, сопротивление, сил природы, шаман, иршам поставь, пожалуйста. Я на хосту поставлю. Ближе к трусам поставишь. Шам услышал? Шаман. Меня слышно вообще? Да. За трусы не надо ставить. Ставь, короче, на хосту, вот где ты стоишь. Я буду сам ставить от природы. Я ближе буду к танку. На броню главное поставь. Я на броню тоже ставлю.
Все, шаман, на хасту простой тотем ставь, я сам поставлю. Отпивай бы, давай ману быстрее. Кто кресты жмет, чего не хватает? Все хватает. Денчик готов? Ну, Денчик. Дайте Денчику каску. Денчик. Эрнест готов? Все, даю отчет. Геру, дай шаман. А те, кто выжили, Геру не получили. Только сейчас Гера откатил. Я через три дня. Да. У меня КД был. Фул дамаг, много-много дамага в эту сучку. У нас кроме магов некому, да, как сбивать? Пухан, постарайся подальше отвести. Еще назад, прям в арку. Просто если он тотем поставит, то будет вставать до всех здесь. Добили ее. Следующего тяните. Тяни следующего луну. Старый, скажешь, как ману заливать? Так, по хилам и друиды посмотрите ману. Денчик, Денчик у друиды кидаем. По пристам я скажу. Корсизу залить. Этот, восстановите ману Локи. Мозера дай. Давай, ребят, добивайте. Вот потом отойдешь оттуда и милики тоже. Драгон, спустишь босса. Денчику ману залей. Сейчас спускай босса. Отойдите, милики, аккуратно. Милики босса не бейте. Да, отойдите, послакайте. Время есть. Денчику ману залейте, у друида на ком есть. Тимбыч. Можете сеян и рай слить, Денчик. Веровульф тебя сейчас наебнет. Уйди оттуда. Да. Я вот же линковал. 30 секунд просто активировал. Было предупреждено, чтобы милики где-то тусили. Коронная фраза, ты чё, дебил? Да нет, пока старик не начисляет, блядь, его слушать не буду. Начисляй. Ну а сейчас идет стрим, Лёха, может быть, потом посмотрит и, блядь, всё прекрасно начнёт. Люди не понимают. Либо старый. Или, может, и старый, и Лёха. А потом Лёха по кругу. Флот убьем. Мы босса бьем.
Так, пою гимн на ману. Давай. Мне друиды, дам. За Денчиком смотрите, друиды. Я имею в виду про инер. Бля, больно. Подхватывай, Войд, подхватывай. Отводи. Так, Дрин Пирси. Все. Драго, если что, кричи, зубы эти выдам. Да я, блядь, не ожидал. Женуэн, Тимпыча. Тимпыч, подымешь рогу. Так. Пока бафы не даем, сейчас всех подымут. Быстрее поднимайте, БР раздайте. Давай, зубы. Блять. Бафы, 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 дайте по драгону, дайте. Сакру сел. Ты кидал зуб? Да. Я уже сакру сел тебя. Сейчас залью ману. Даю гимн. Драгон, забирай. Бля, может милики подкаст будут бить, у кого показывают? Мы так не успеем его. По анонсе, когда им отбегать. Драгон, иди. Да, у меня, блядь, пиздит на 20 секунд. Милики, отбежали. Там крест бегает, если что. А там... Блядь, крест убили. Там Денчик убили. И выйдет. Ты что-то нихуя начал ебашить, больно? Ну, тотемчик. Есть одно предложение, если так танков жестко пробивает. Но я не уверен, успеем ли мы... Ну, крест сначала убить предложение, самое нормальное. Да, 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 да. Убить вначале крест, потому что как только у креста остается... То ли у креста, то ли у босса, не помню. На определенном проценте босс. Он получает баф за каждого неубитого стража. Да. Вы в курсе то, что если, блядь, вы крест убиваете, то тотем будет появляться возле босса? Ну, тотем, это блядь, понятно все дело. Давали прожимки, давали сакру, баба. Просто здесь никто это ничего не назначил. Тотем босса бывает. Под сопротами захиливается на ура. Просто я смотрю, одному 80к всёк, второму там что-то 60 с чем-то, на фул хп практически. Слышите, тотем босса захиливается. Чё, конечно, хорошо. Чё, конечно, хорошо. Меня слышно? Да. Да, Лёх. Да. Вольфу... Ой, Вольфу говорю, Войду, блядь, начисли за пул второго босса 250. Роги начисли 250 за последний пул этого босса. Плюс начисли Драгонсону сотку. Если танки долбоёбы, то вот этого босса хуй убьёте. Если ты не видишь, что надо, блядь, отдавать прожимку под берсу, блядь. Я отдавал прожимку. Я вижу твои прожимки. Я вижу через стрим прожимку каждого танка. Это первый нюанс. Второй нюанс. Какого хуя? Какого хуя? Ретрики стоят, нихуя не делают. Сказали ничего не делать. И ничего не делать. Сказали ничего не делать? Данжертвенности закинуть по танку не можешь? Или, блядь, у тебя руки не доходят до этого? Что ты, что Эрнест? Почему танки не соображают, блядь, если танк один сдох? Танк не может сообразить забрать сразу моба. Неужели так сложно, блядь, смотреть за тем, что... Что происходит в рейде? Рыбу ставлю. У нас Лена, блядь, своим бомжомским ДК танчила босса, и нормально все. Грамотно вовремя давали прожимки, блядь, и сейвы, и было все великолепно. Здесь танки не могут даже свои сейвы нормально поотдавать. Два танка, блядь, на боссе остается, они не могут друг у друга забирать и под сейвы, под берсу прожимать.
Это вкратце, что я посмотрел. Буквально за минут пять. По поводу инров, какого хера инра закидываются, блядь, только после того, как паладин, коли паладин просаживает 10% маны. Нельзя заранее закинуть. Так, Тимбыч, ты первый следишь за Денчиком. На 10 тысяч мана ушла, инер отдашь. Ганвеста, ты второй за Денчиком. Гримперсик по хилам, по оставшимся. Ну и Женуэн, само собой. Старик, Шама... ты в приоритете. Держи того танка, который будет босса потом танчить. Денчик того танка, ну, Пухана будет держать, который танчит Шаман. Но опять же, здесь Адмирал, ты шелдуешь полностью, блядь, Денчика. Плюс... Кто там у вас еще один хил? Блядь, Женуэн, плюс ты хилишь Денчика, чтобы Денчик, блядь, не тратил ману на сам отхил отчасти. Этот, плюс Инер, Женуэн, твой будет в любом случае по Денчику. Потом этот, на ласт фазе. Каждая берса босса, чередуете прожимки, блядь, танки. Друг с друга забираете, если нету прожимок, и даете прожимки. Это первый нюанс. Второй нюанс. Ретрики. Под каждую берсу босса сливаете блайн жертвенности и уходите в бабу. Вроде все просто. Там, где не будет блайн жертвенности от ретриков, сливают зубы Адмирал. А ты куда локу шуршал? Лок. Я ему сам уже кинул. Так а чё, Сакру, ну, давай чего-то попросил. Прожался он или не прожался, все равно надо Сакру какой, да? Под каждую берсу, даже если у танка есть прожимка, ты кидаешь длань жертвенности. Там она ровно откатывается. Бабл так не откатывает. Там берсы не так много будет. Тебя Сакра до убийства не доводит. Спасти лишний ДПС когда-нибудь поможет. Если у тебя будет этот бабл в КД, то проси Адмирала, чтобы на тебе висел абсорб. Чтобы блайн жертвенности закинуть. Лок, напиши мне в ПМ, пожалуйста, как ты там насосешь осколки. С Локи СС закинешь по этому, по Войду, чтобы не тратить лишний БР. Если у тебя, блядь, ревностность сработал, то значит стоит поменяться, наверное, не? Какая прожимка была тут? Не нажалось. Так, все готовы? ДКшка вы можете пожертвовать танком, если у тебя ревностный в КД. Потому что у него будет висеть СС. Обновите кулак по ДК. И БРы можно, пожалуйста, не отдавать без команды? Друиды. Не всех, конечно, касается, но есть такие. Еще раз чеку и погнали. Танки то же самое. Сидят. Дали еще по поводу еще СС. Дали СС. Там дали СС. Два лока. Вага, ты тут? Локи. Локи, вижу, Вага. Вага.
Вага, ты пришел, нет? Шаман Эршан второй ставит тотем на хаст. Я над сил природы. Че там с Вагой-то? Не знаю, пишу ему в ПМ. А, вон он, все здесь. Сейчас еще один чек. Никто не потерялся. Давай сливаем ее. Про инера, про Денчика не забудьте там. Денчик половый. Все, забирай луну. Женуэн, когда появится босс, подходишь, закотал пухана, отошел. Милики, отбегите. Отдал гимноману. Перед тем, как отдать, предупреждай, пусть лук. А там Хексайз дает. Сейчас я в скором времени отдам.
Денчик ману за. Поюгим. Давай. Войда, блядь. Я уже заливал. Давай, давай меня. Так, Тимбыч, БР, Войда. Камень, а у него не надо. А, СС есть, все тихо. Он встанет, пробафайте его. Бафы, бафы по нему. Да. Меняй как-то убьешь. И ныра не забывайте. Я по Денчику херачу. Будь готов, меняй. 10 секунд, пенер. Блять, меня сегодня поменяют, нет на боссе, ебаный в рот. Ой, поменяй. Блять, скоро пустой тут. Ух, нихуя там ему влетело. Сейчас кому старый иннер дай? Мне дай. Я Денчику даю. Ты Денчику. Там вот тотем, если есть шаман, давай тотем. У меня через минуту. А, забери, драгон. Блять, все зубы. Ебать, быстрее танка какому-нибудь. Фул захил, бафы по нему. Драгон зубы дал. ДК, вставай, я дал бы. Можно раньше сказать, я тоже выкинул, что ли? Раньше встать. Хилы, хильте, хильте, бля, пустое. Уже близко к тому. Откатился ревность. Да, почти. Старый скажет, что Костя, да. Денчик помнит. На хп кто-нибудь кликните, если есть. Как пухана убивал? Денчику 250 начислишь. И выйдем. Что, всегда так было, по-моему, на прошлых двух КД так и не убивал босса. ДПС был меньше, босс. Вот и все. Не у Лёхи 4Т10, там, каждую минуту режимочка. Мне кажется, что-то они сделали после обновы сенс. Там 12% прожимка. Сильно много бьют. Сейчас Денчик зафейлил. Я молчу про танков вообще. Два танка стоит под боссом, получают урон от босса. Вы и дебилы? Честно. Скажите. Я ему сальву дал. Точно. Только поэтому я урон получил. Под боссом получаете урон. Ну зачем? Радиатор, сумон. Забр какой-то урон именно. Шкаф, пожалуйста, гладиатора присумуньте. Че, он так всегда бил 70 тысяч? Кстати, ауди соточку еще начислил. По драгонсону вообще 100 тысяч урона. Гладиатор один вопрос. Чё, гладиатор? Где сам? Здесь он. Всё, давайте баф, чек на готовность.
Пухан, вижу. Все, на позиции.